Доброго времени суток, дорогие друзья! Я очень рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хочу в очередной раз показать вам завтрак моих детей. Дочери и зятя, которые я приготовлю сейчас им. Это очень быстрый завтрак. Вот. И точно такой же, как быстрый, так и вкусный. Очень вкусный завтрак. И еще я вам хочу сказать, что сегодня у нашей семьи очень большой праздник. Сегодня день нашей семьи. Далее я вам объясню, почему это день нашей семьи. Итак, приступим. Я сегодня хочу сделать конвертики из лаваша. Для этого нам понадобится непосредственно сам лаваш, колбаска докторская, сыр. Моцарелла, помидорки у меня черри, они очень удобно их выкладывать. Второй сыр, колбасный сыр и кетчуп для смазывания лаваша. В принципе, здесь можно ингредиенты делать любые. Вот любые, какие вам нравятся. Итак, приступим. Вначале мы сделаем разрез. И начинаем. Нужно... Я сегодня, видите, в двух экземплярах делаю, потому что сегодня зять дома. И так тортик испечешь, и кусочек отрезал, и пошел, да? А сегодня, так как он дома, нужно делать в двух экземплярах. Поэтому, ну и сделаем в двух. Смазываем хорошо основу кетчупом. И начинаем выкладывать. Вначале выкладываем колбаску. В принципе, здесь можно выкладывать хоть что. Что вот вам нравится, то вы и выкладываете. Какие ингредиенты вам больше нравятся. Поэтому, ну вот, нам нравится вот так. Не нам, деткам. Моим деточкам, самым маленьким деточкам. Дочери, зятёчку. Далее мы выложим колбасный сырочек. Колбасный сырочек что-то крошится. Почему-то вот так вот сейчас не тот колбасный сырок стал, что был раньше. Кто-то звонит, ладно. Попозже возьму трубочку. Пораньше-то так рано может звонить только кто, Олечка? Брат. Только сыночек мой, да. Так, далее мы выложим помидорки. Сына, прости, некогда. Так, далее мы ложим помидорчики. Да что ж такое-то, а? Ребенок не понимает. Он знает, что мама обязана взять трубку. Поэтому для него это непонятно. А в чем дело? Почему не берет-то? Скажет, ладно, ладно, погоди. Ага, ну, сейчас второй будет звонок. Скажет, не-не, маманька, бери. Я ничего не знаю. И сыр моцарелла. Сыр моцарелла. Теперь что мы делаем? Мы берем аккуратненько и раз свернули, второй раз хоп свернули и
И хоп, свернули. Все. И вот этот конвертик у нас уходит в духовочку. Сейчас я сделаю второй конвертик, и мы будем их зажаривать, запекать. Сейчас я укладываю его на лист. Делаем второй. Точно таким же образом. Как видите, это очень быстро. Очень. Накидал. Запек этих 15 минут. И все. Зато завтрак будет, какой вкусный. То у меня по утрам, я смотрю, урчит один ребенок. Сегодня вдвоем будут урчать. Праздник нашей семьи. День нашей семьи именно 30 сентября. Почему? Я вам скажу. Потому что сегодня очень большой православный праздник. День веры, надежды, любви матери их Софии. Вот. И вот когда дочь с зятем решили пожениться, они, значит, обвенчались. В этот день они венчались. Зять специально выбрал праздник, который вот будет в определенном числе, и чтобы это был именно православный праздник, когда можно венчаться, но чтобы это был памятный, вот именно памятный праздник, чтобы был и у их семьи, Олечки, Саши, и, значит, у... И вот именно и православный праздник какой-то был. И вот это, и вот он выбрал праздник веры, надежды, любови матери их Софии. Вот, поэтому в этот день вот всегда стараемся посвятить этот праздник нашей семьи. Мы всегда его проводим вместе. Вот, ребенка они, значит, Глебушку приучают, что сегодня праздник нашей семьи. Это очень большой праздник. И вот Глебушка сегодня встал утром. Это зять ему подсказал, правда, маленький, он все равно забывает. И он уже бегает, всех поздравляет с праздником, радуется вместе с нами. Вот. Сегодня зять очень рано утром встал, пошел пораньше, забрал вот эту какую-то последнюю клубничку и, значит, выложил ее красивенько в эту вазочку, украсил, чисто по-мужски вот так, да, украсил этим мяткой. Так, помидорки. Украсил мяткой все это. И каждому празднику он обязательно пишет стихи, посвященные, значит, семье. И этот букетик цветов собрал. Вот знаете, все можно купить, вот эти там розы дорогие, все. Но намного приятнее, когда человек сам собрал вот это все. Вот этот, незамысловатый такой вот этот букетик, но это намного приятнее, чем вот, допустим, вот, приятные покупные розы, это очень приятно. И он тоже дарит Олечке такие, значит, это цветы. Но вот такой вот трогает больше, что он рано-рано встал и вот это вот все сделал. Стихотворение вот это написал. Я вам потом все это покажу и стихотворение это прочитаю, если позволят Оля с Сашей. Так что вот так. Вот почему это праздник нашей семьи. Это день их венчания. Сегодня они, в этот день они венчались. Вот уже прошло 14 лет. И они, и мы, это вот как-то сразу он сказал, это будет праздник нашей семьи. Поэтому вот каждый год мы этот праздник вот именно отмечаем все вместе. Как-то зять старается в этот день быть дома обязательно. А сегодня у него просто совпало так, что выходной он. И все прекрасненько. Поэтому мы опять будем вместе. Вот, завернули мы очередной конвертик второй. И все это сейчас отправляется в духовку на 15 минут. Режим вверх-вниз, а через 15 минут мы встретимся. Ну вот, дорогие друзья, конвертики
провели в духовке буквально не 15, а 10 минут. Хрустит все это, вот буквально хрустит. Поэтому и сыр расплавился. Вот вы посмотрите, что там. Там все, там красота, надо срочно кушать. Поэтому приятного всем аппетита, приглашаю всех к завтраку. А я пошла кормить деток своих.